А чего я как-то слышал? Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: «Люди, кто-нибудь, помогите!» А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да, значит, на блокпосту по три шкуры драть — так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: «Люди, помогите!» А хорошо. Вот такое знает кто? Заблудился как-то долговец, идет и кричит: «Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау!» Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос, грустный такой. И хлюпает ему, значит: «Чего орешь, а?» У долговца уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает: «Я того, заплутал, кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит». Кровосос помолчал и говорит ему: «Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем?» «Не, ну, а поновее ничего нету?» «Я сейчас лопну. О. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету». Да, настроение хуже не бывает. Вспомнил вот. Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: «Люди, кто-нибудь, помогите!» А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да, значит, на блокпосту по три шкуры драть — так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: «Люди, помогите!» Да. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? А чего я как-то слышал? Висит на базе долго объявление: «Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по две бутылки». Да уж, опять сапожищи хреновые подсунули. Что, у них совсем совести нет, у этих... За неделю подошве гоплык. Эх, сальца бы хорошего сейчас. Вспомнил вот. С черным хлебушком, свежим, да. Стоит как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает: «Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища». Ну, он подумал и вперед двинулся. Думает: «Чё-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить, чё за фигня такая, кабаки и девки». Посмешнее нет, ничего в запасе.
Нет, все-таки обалденная. Внимание, выдаю шутку юмора. Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик, свободен. Да, а все-таки уж накоплю я на свой домик, чтобы у речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Нет, все-таки обалденная. Вспомнил вот. Нигде больше такого. В общем, сталкер пришел к доктору и говорит: доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки. Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. А в чем прикол? Эх, вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть... Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Вот такое знает кто? Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по 2 бутылки. Не, ну хорош. Да, я сейчас лопну. Квасом сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. А чего я как-то слышал? Говорит новый русский знакомому сталкеру: это, слышь, золотую рыбку мне подгони, бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это ж ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный. Новый русский: не, ну харе гнать, артефакт шм артефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепуру желтявую, чтоб все как у людей. А в чем прикол? А хорошо. Да, настроение хуже не бывает. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Позбивались тут в стаи. Ну точно звери. Вот такое знает кто? Одни как разбойничали, так и разбойничают. Висит на базе долго объявление. Нас от зоны. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по 2 бутылки. Да уж. Позбивались тут в стаи. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Чёрт.
Опять это сволочь. А чего я как-то слышал? Пересеклись двое. Ты Васю помнишь? Ну того, который каждому рассказывал, как он в летное 3 раза поступал. Помню. А чего? Так он того, на днях в трамплин вляпался. Угу. Вот так. Сбылась у человека мечта. Полетел. А хорошо. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Надо было все-таки еще банку тушенки взять. Спину бы не сорвал. А так, похоже, маловатый запас. Не учатся ничему некоторые, и учиться вот не такое хотят. Знает кто? Кино американского насмотрелись или крышу срывают. Заблудился как-то долговец. Идет ты и кричит. Про люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Ни о чем думать тут не хотят, кто-то кроме догоняет, баба. И хлоп сзади по кишки по веткам ну, оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит, чего орешь, а? У долговца уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает. Я того заплутал. Кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал и говорит ему: ну я вот услышал. И чего теперь делать будем? Не, ну хорош. Да уж. Я сейчас лопну. Вспомнил вот. Стоит как-то бывалый сталкер у 3-го перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну он подумал и вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить, чё за фигня такая, кабаки и девки. Ну ты выдал новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Да взять и послать эту зону такой-то матери. Загнешься тут не за хрен собачий, и слова доброго никто не скажет. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. Вот такое знает кто? Говорит новый русский знакомому сталкеру. Это, слышь, золотую рыбку мне подгони. Бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это ж ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный. Новый русский. Не, ну харе гнать, артефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепуру желтявую, чтоб все как у людей. А поновее ничего не ставь. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Нет, все-таки обалденное место. Вспомнил вот. Нигде больше такого нет. Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит. Насчет радиации я тебе чего скажу. Гонит, как не знаю кто. Я тут уже 5 лет шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. А в чем прикол? Ха-ха-ха!
Ну, ща я выдам. Вот это как медом помазал! Музыкант из тебя еще тот. А, блин. Ого! Кажется, я опять мозоли натер. Ничего, нормалек. Прорвемся. Вот такое знает кто? Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друга. Висит на базе долго объявление. Прорвемся. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по две бутылки. Да уж. Вспомнил вот. В общем, сталкер пришел к доктору и говорит: «Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки». «Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится». «Ну, спасибо вам большое, доктор». «Да не за что, — говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно». Ну ты выдал. Нет ничего в запасе. Нет, без музыки тут грустно. Мастер! Класс! Кончай уже, Рихтер. Ну почему тут люди в людей стреляют? Тут и так выжить трудно. Они еще без конца собачатся. Внимание! Выдаю шутку юмора.
Допрашивает как-то погонник матерого сталкирюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе 12-го блокпоста и имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы? Ну, того запарило третий час под конвоем сидеть. Он ему и говорит: так ее признаю, командир, все признаю, вот тебе крест. Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не поперся. Да уж, а все-таки накоплил свой домик, чтоб у речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Вот черт. Чего же я фотоаппарат вспомнил, вот. Хоть бы мыльницу какую. Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил, на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик, свободен. Блин, так не смешно же. Что за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Угу. Кажется, я опять мозоли натер. А чего я как-то слышал? Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит: насчет радиации я тебе чего скажу? Гонит, как не знаю кто. Я тут уже лет 5 шарюсь безвылазно, изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Да уж. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Угу. Кажется, я опять... Внимание! Выдаю шутку юмора. Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил, на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик, свободен. Да хорош уже, комик. А все-таки накоплю я на свой домик, чтоб у речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Кусок бы мяса такой. Чего погрустнели-то? Прям с вертела. Скворчащий, сочный. Класс! Вот это как медом помазал! И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Черт! Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Помнил вот.
общем, сталкер пришел к доктору и говорит: «Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки». «Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится». «Ну, спасибо вам большое, доктор». «Да не за что, — говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно». Да, вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Почему тут люди в людей стреляют? Вот такое знает кто? Они еще без конца собачатся. Стоит как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну, он подумал-подумал и вперед двинулся. Думает: «Чё-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить, чё за фигня такая, кабаки и девки». А хорошо. А в чём прикол? Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. И что же оно за выжигатель такой? Ну, немного не в тему, правда, но вспомнил вот. Говорят. Или брешут? Бродит, говорят, по зоне ходячая аномалия. Не пьющий и не курящий сталкер. Приманивается на запах молочка или манной каши. Способ дистанционного обнаружения: на расстоянии 200 метров от объекта счетчик Гейгера зашкаливает. Блин, так не смешно же. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. А все-таки накоплю я на свой домик. Внимание! Выдаю шутку юмора! И лес рядом. И не радиация. Говорит новый русский знакомому сталкеру: «Это, слышь, золотую рыбку мне подгони, бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь». Ну, сталкер обалдел. «Так это ж ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный». Новый русский: «Не, ну харе гнать, артефакт шм артефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепуру желтявую, чтоб все как у людей». А поновее ничего нету? Квасу б сейчас холодного, да чтоб в нос шипал. А все-таки накоплю я на свой домик, чтоб у речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Вспомнил вот. Один сталкер другому говорит: «На днях вот к долгу заходил, на огонек. И как?» «Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что?» А мне там говорят: «Мужик, свободен». А где смеяться? Ну ты выдал. Да, настроение хуже не бывает.
Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Короче, потерялся бандюк в зоне. Ну, изголодался, там, оборвался. Придет уже, куда глаза глядят, и орет. Помогите кто-нибудь, ну помогите в натуре. А тут из-за дерева выходит пара сталкеров. Ну, че ты разорался? А он к ним: пацаны, ой, пацаны, выручайте, пожалуйста, пацаны. А они ему автоматным стволом в грудь уперлись. Стоят, смотрят, удивляются. Хе, пацаны, ты гляди, как тут, так сразу: пацаны, выручайте, пожалуйста. А как на свалке, так сучары и педрилы. Да уж. А чего я как-то слышал? Говорит новый русский знакомому сталкеру: это, слышь, золотую рыбку мне подани, бабла кину сколько скажешь, а то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это ж ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный. Новый русский: не, ну харе гнать, артефакт шм артефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепуру желтявую, чтоб все как у людей. Блин, так не смешно же. Короче, анекдот. Встречаются двое сталкеров. Ну и один говорит: на днях так долго заходил на огонек. Ну и остался должен. А потом зашел в свободе. Ну и че? И стал свободен. Ну ты выйдешь. Собака. А чего я как-то слышал? Ну все, лучше стариков. Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: люди, кто-нибудь, помогите! А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо пьется. Ну да. Значит, на блокпосту по три шкуры драть, так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: люди, помогите! Блин, так не смешно. Точно зверь, подскажешь. Разбойничали. И то ли нас от зоны, то ли нас от зоны. Солдаты. Человек еще не что не сказать. Помню, вот висит на базе долго объявление: организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов.
Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по 2 бутылки. Я не ухожу. Да уж. Я сейчас лопну. Однажды слышал. Сидят, значит, на берегу озера, первый говорит, обрежут все по поводу радиации. Я тут уже фиг знает сколько, сижу и тут пыхну. А второй ему в ответ, точно, точно, будут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть обрезать не вовремя стало, врачу что ли показаться. А поновее ничего нету? Я выдохну. Все, завязывай. Музыкант из тебя еще тот. Эх, вот всегда бы такая кумка была. Это если придут. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. Все, завязывай с зоной. Внимание, выдаю шутку юмора. Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по 2 бутылки. Блин, так не смешно же. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтобы в нос шипал. А чего я как-то слышал? Говорит новый русский знакомому сталкеру.
Это, слышь, золотую рыбку мне подани, бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это ж ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный. Новый русский. Не, ну харе гнать, артефакт шм артефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепу ружил тявую, чтоб все как у людей. Не, ну хорош, я все лоб. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высмакаться. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Встречаются два сталкера. Помнишь Васю? Ну, того, который еще хотел летчиком стать. Ну и че? Ха, да он вчера в трамплин попал. Ну, попал, и че? Да ничего. Сбылась у человека мечта. Полетел. А хорошо. А поновее ничего нету? Все, музыкальная пауза. Ну классно у тебя выходит, мастер. Классно у тебя выходит. Очень даже. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Это а чего я как-то слышал? Допрашивает как-то погонник матерого сталкирюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе 12-го блокпоста и имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы? Ну, того запарило третий час под конвоем сидеть. Ой, ему и говорит. Так ее признаю, командир! Все признаю! Вот тебе крест! Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не поперся. Посмешнее. А хорошо, новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот.
студент на экзамене. Профессор, понимаете, я не могу сдать математику, потому что совсем не сплю в последний месяц. Вот только закрою глаза, как появляется страшная картина. Меня прижали к стене атомной станции какие-то страшные мутанты и готовы разорвать в клочки. А профессор говорит: окончив вы институт с теперешними знаниями, молодой человек, наверняка бы подались бы в сталкеры. А там и до ужаса, который вы увидели, совсем недалеко. Да, но у меня есть верное средство. Поскольку переэкзаменовка по математике так и не сдана, то вы будете отчислены и пойдете служить. И никаких монстров. Ну, кроме разве что дедов. А поновее ничего нет? Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. А чего я как-то слышал? Да чтоб в нос шибал. Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит: насчет радиации я тебе чего скажу. Гонит как не знаю кто. Я тут уже лет 5 шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да фигня однозначно. Хотя с другой стороны чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Да уж, швейцы пожище хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нет у этих. За неделю подошве гоплык. Хабаром сегодня. Вот такое пристишь. Знает кто? Сейчас бы дома оказаться. Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил, на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик, свободен. Блин, так не смешно. Вспомнил вот. Говорит новый русский знакомому сталкеру: это, слышь, золотую рыбку мне подгони, бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это ж ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный. Новый русский: не, ну харе гнать, артефакт шм артефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепуру желтявую, чтоб все как у людей. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Сидят, значит, на берегу озера двое сталкеров. Ну, первый говорит: да брешут все по поводу радиации. Я тут уже фиг знает сколько, сижу и хоть бы хны. А второй ему в ответ: точно-точно, врут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать не вовремя стало. Врачу, что ли, показаться? Класс! А поновее ничего нету? Взять и послать эту зону такой-то матери. Загнешься тут не за хрен собачий, и слова доброго никто не скажет.
Да, настроение хуже не бывает. А чего я как-то слышал? Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по 2 бутылки. Ну ты выдал. И никого на горизонте. А ну теперь я вот расскажу. И ладушки. Вот и хорошо. Встречаются 2 сталкера. Помнишь Васю? Ну, того, который еще хотел летчиком стать. Ну и че? Ха. Да он вчера в трамплин попал. Ну попал и че? Да ничего. Сбылась у человека мечта. Полетел. Да уж. Ну ты выдал. А чего я как-то слышал? Мыльницу какую. Сидят 2 сталкера на берегу озера. Один другому говорит: насчет радиации я тебе чего скажу. Гонит, как не знаю кто. Я тут уже 5 лет шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Да хорош уже, выдал, кун. Вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Новичков нынче, что собак нерезанных. Сыграть, что ли? И все они лучше стариков знают. Вот это как медом помазал! Класс! Эх, жрать как хочется. Почему тут никто рыгаловки дешевые не выставил? От клиентов отбоя бы не было. Новичков нынче, что собак внимание, нерезанных. Выдаю шутку юмора. И все они лучше стариков знают. Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: люди, кто-нибудь, помогите. А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да, ну да. Значит, на блокпосту по 3 шкуры драть. Так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: люди, помогите. А хорошо. Ну, ща я выдам.
Музыкант из тебя еще тот. Вот это как медом помазал. Черт. Опять эта сволочь меня с патронами. Чего заскучали, мужики? Теперь я расскажу. Сидят, значит, на берегу озера гости. Ну, первый говорит. Да брешут все, делать. Я тут уже фиг знает сколько. Сижу и будет выход. А второй ему в ответ. Точно, точно. Будут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть обрезать не вовремя стало. Врачу, что ли, показаться. Класс. Да уж. Такое знает кто? Говорит новый русский знакомому сталкеру. Это, слышал, золотую рыбку мне подани. Бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лоб получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это ж, говорит, артефакт такой радиоактивный. Новый русский. Не, ну хорошо. Артефакт, шмартефакт. Я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепуру желтявую, чтоб все как у людей. А поновее ничего нету? Сталкера на берегу озера. Один другому говорит. Насчет радиации я тебе чего скажу. Гонит, как не знаю кто. Я тут уже лет 5 шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще.
Посмешнее, нет ничего в запасе. Колбасу слышал. В общем, сталкер пришел к доктору и говорит: доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я занят в саркофаге с кучей монстров, и они немедленно разрывают меня на кусочки. Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. А поновее ничего нету? Эх, вот всегда бы такая трубка была. Это если прикинуть. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже, и все завязывалось с зоной нахрен. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. У блокпоста прихватили новичка сталкера. Ну и давай, парень. Какую цель вы пытались в нетрезвом виде проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патронник. А тот похмельный, голова как почек, короче, задолбало все, отвечает. Пьяный, да, ну пьяный. Да если бы я трезвый был, я бы за 5 километров вас, уроды, обошел бы. Ну ты выдал. Не смешно же. Цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты кое-кто. Человека им шлепнуть, что высмотрится. Послушайте, мужики. Класс! Слушай, ну классно у тебя выходит! Выдаю шутку юмора. Заблудился как-то долго. Идет и кричит: люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит: чего орешь, а? У Дугласа уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает: я того, заплутал. Кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал и говорит ему: ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем? Не, ну хорош. Я чалок. Да, вот ведь как грустно все выходит.
вспомнил вот. Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по 2 бутылки. А по новее ничего нету? Внимание! Выдаю шутку юмора. В общем, сталкер пришел к доктору и говорит: «Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки». Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. Блин, так не смешно. Так ведь нет. А все-таки накоплю я на свой домик. Чтобы идти. И лес рядом. И не радиации тебе. И твари, и сволочей разных. Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит: «Насчет радиации я тебе чего скажу? Гонит, как не знаю кто. Я тут уже 5 лет шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь?» «Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще». «А поновее ничего не новичков нынче, что собак нерезанных. И все, они лучше стариков знают. Суп мясо такой здоровый, что прям с вертела. Скворчащий, сочный. А чего я как-то слышал? Заблудился как-то долговец, идет и кричит: «Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау!» Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит: «Чего орешь, а?» У долговца уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает: «Я того заплутал, кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит». Кровосос помолчал и говорит ему: «Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем?» Класс! Да уж, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Да, кишки скоро в узел завяжутся от местной жратвы. Вспомнил вот. Стоит как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну, он подумал и вперед двинулся. Думает: «Чё-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить, чё за фигня такая, кабаки и девки». Ну ты выиграл. Посмешнее нет, ничего в запасе. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Да, вот ведь как грустно все выходит.
Вот такое знает кто? В общем, сталкер пришел к доктору и говорит: «Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки». «Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится». «Ну, спасибо вам большое, доктор». «Да не за что», — говорит контролер. «Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно». «Да уж, кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут?» Опять сапожище хреновые подсунули. «А чего я как-то слышал? Что у них совсем совести нет у этих. За неделю заблудился как-то долго. Идет и кричит: люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау!» Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит: «Чего орешь, а?» У Долговца уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает: «Я того заплутал. Кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит». Кровосос помолчал и говорит ему: «Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем?» «А хорошо». «Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают». Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Сидят, значит, на берегу озера двое сталкеров. Ну, первый говорит: «Да брешут все по поводу радиации. Я тут уже фиг знает сколько, сижу и хоть бы хны». А второй ему в ответ: «Точно, точно, врут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать не вовремя стало. Врачу, что ли, показаться». Ну ты выдал. Вспомнил вот. Говорит новый русский знакомому сталкеру: «Это, слышь, золотую рыбку мне подгони, бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь». Ну, сталкер обалдел: «Так это ж ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный». Новый русский: «Не, ну харе гнать, артефакт шм артефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепуру желтявую, чтоб все как у людей». Блин, как смешно. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка и никого на горизонте. Вот и ладушки, вот и хорошо. Жрать как хочется. Вот такое знает кто? Никто рыгаловки дешевые не выстроил. В общем, сталкер пришел к доктору и говорит: «Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки». «Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится». «Ну, спасибо вам большое, доктор». «Да не за что», — говорит контролер. «Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно».
Класс! Да. Нет, все-таки обалденная. А чего я как-то слышал? Нигде больше такого нет. Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по 2 бутылки. Да уж, новичков нынче. Со собак нарезан. И все они лучше стариков знают. Да уж, хорошо там, где нас нет. Какого черта мне сюда понесло? Сидел бы лучше дома, первопроходец. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Да. Фух. Опять сапожище хреновые подсунули. Вспомнил вот. Что у них совсем совести нет у этих... Говорит новый русский знакомому сталкеру. Это, слышь, золотую рыбку мне подани, бабла кину сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это ж ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный. Новый русский. Не, ну харе гнать, артефакт шм артефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепуру желтявую, чтоб все как у людей. Блин, да не смешно же. От судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Ничего, нормалек. Прорвемся. Вот такое, знает кто? Я тут вон сколько неба копчу. И я, пересеклись и двое. Ты Васю помнишь? Ну того, который каждому рассказывал, как он в летное 3 раза поступал. Помню. А чего? Так он того, на днях в трамплин вляпался. Угу. Вот так. Сбылась у человека мечта. Полетел. Класс. Да уж. Неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Эх, вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Вспомнил вот. Допрашивает как-то погонник матерого сталкирюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе 12-го блокпоста и имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы? Ну, того запарило третий час под конвоем сидеть. Ой, ему и говорит. Так ее, признаю, командир, все признаю, вот тебе крест. Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не поперся. А поновее ничего нету? И никого на горизонте. Внимание! Вот выдаю шутку юмора. Вот и хорошо. Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит. Люди, кто-нибудь, помогите! А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да, ну да. Значит, на блокпосту по 3 шкуры драть. Так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу. Люди, помогите!
Класс. Да уж. Вот такое знает кто? Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил, на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик, свободен. Блин, так не смешно же. Накопаю на свой домик, чтобы у речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Короче, анекдот. У блокпоста прихватили новичка-сталкера. Ну и давай парить. С какой целью вы пытались в нетрезвом виде проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А тот похмельный, голова как бочка, короче, ну, задолбало все, отвечает. Пьяный, да, ну пьяный. Да если б я трезвый был, я б за 5 километров вас, уроды, обошел бы. Класс! Да, ну уж ты выдал. А вот такое вам как? Музыкант из тебя еще тот. Как грустно. Вот такое знает кто? Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил, на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик, свободен. Ну ты выдал. Вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Ёлки-палки. Значит, вспомнил вот. Только таскать на себя придется. Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит: да. Насчет радиации я тебе чего скажу? Гонят, как не знаю кто. Я тут уже 5 лет шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно.
Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Ну ты выдал. Да, настроение хуже не бывает. А чего я как-то слышал? Заблудился как-то долговец. Идет и кричит: «Люди, отзовитесь! Кто-нибудь, ау!» Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит: «Чего орешь, а?» У долговца уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает: «Я того заплутал. Кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит». Кровосос помолчал и говорит ему: «Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем?» «Не, ну хорош!» «А поновее ничего не забыл?» «Правду о нем говорят? Или брешут?» Новичков нынче, что собак не Послушайте, резать. Мужики. И все они лучше стариков знают. Завязывай. Да, это в точку. Музыкант из тебя еще тот. Внимание! Выдаю шутку юмора. Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: «Люди, кто-нибудь, помогите!» А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да. Значит, на блокпосту по три шкуры драть? Так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: «Люди, помогите!» А хорошо. Я сейчас лопну. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Студент на экзамене. Профессор, понимаете, я не могу сдать математику, потому что совсем не сплю в последний месяц. Вот только закрою глаза, как появляется страшная картина. Меня прижали к стене атомной станции какие-то страшные мутанты и готовы разорвать клочки. А профессор говорит: «Окончи вы институт с теперешними знаниями, молодой человек, наверняка бы подались бы в сталкеры. А там и до ужаса, который вы увидели, совсем недалеко. Да, но у меня есть верное средство. Поскольку переэкзаменовка по математике так и не сдана, то вы будете отчислены и пойдете служить. И никаких монстров. Ну, кроме разве что дедов». А поновее ничего нету?
Все, музыкальная пауза. Кончаю же, Рихтер. Классно играешь. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? А чего я как-то слышал? Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: «Люди, кто-нибудь, помогите!» А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да, ну да, значит, на блокпосту по три шкуры драть — так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: «Люди, помогите!» Ну ты выдал. Сбивались тут в стае. Ну, точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Хорошо там, где нас... Вспомнил вот. Какого черта мне сюда... Пересеклись двое. Ты Васю помнишь? Ну того, который каждому рассказывал, как он в летное 3 раза поступал. Помню. А чего? Так он того, на днях в трамплин вляпался. Угу. Вот так. Сбылась у человека мечта. Полетел. Да уж. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Да, настроение... Хуже не бывает. Чего заскучали, мужики? Душевнее бы. Слушай, ну классно у тебя выходит. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Да, настроение хуже не бывает. Вот такое знает кто? Допрашивает как-то погонник матерого сталкирюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе 12-го блокпоста и имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы? Ну, того запарило 3-й час под конвоем сидеть. Он ему и говорит: «Так ее, признаю, командир! Все признаю! Вот тебе крест! Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не поперся». Класс! Блин, так не смешно же. Хорошего. Так ведь нету.
Вспомнил вот. Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит: насчет радиации я тебе чего скажу. Гонит, как не знаю кто. Я тут уже лет 5 шарюсь безвылазно, изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Класс! А поновее ничего нет? А вот такое вам как? Все, завязывай. Класс! Слушай, ну классно у тебя выходит. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Внимание! Выдаю шутку юмора. Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по 2 бутылки. Блин, да не смешно же. Да... Вот ведь как грустно все выходит. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Вспомнил вот. Сейчас бы дома оказаться. Говорит новый русский знакомому сталкеру. Да с книжкой. Это, слышь, золотую рыбку мне подгони. Бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это ж ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный. Новый русский. Не, ну харе гнать. Артефакт шм артефакт. Я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепу ружил тявую, чтоб все как у людей. Класс. Хорош уже. Настроение хуже не бывает. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Чего заскучали, мужики? Кончай уже, Рихтер. Все, завязывай.
Что-то устал я. Вот всегда бы такая пруха так была. Много времени прошло, я это если прикинуть. Как-то все. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Новичков завязывают с зоной нахрен. Все, музыкальная и пауза. Все они лучше стариков знают. Вот такое знает кто? Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по 2 бутылки. Да уж. Да. Настроение хуже не бывает. Послушайте, мужики. Ведь как грустно все выходит. А чего я как-то слышал? Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: «Люди, кто-нибудь, помогите!» А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да, ну да. Значит, на блокпосту по 3 шкуры драть? Так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: «Люди, помогите!» А поновее ничего нету? И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Блин. Вспомнил вот. В
общем, сталкер пришел к доктору и говорит: «Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки». «Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится». «Ну, спасибо вам большое, доктор». «Да не за что», — говорит контролер. «Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно». «Блин, так не смешно». «Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка». «Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся». Блин. «Внимание! Выдаю шутку юмора!» Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: «Люди, кто-нибудь, помогите!» А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. «Ну да, ну да, значит, на блокпосту по три шкуры драть, так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: «Люди, помогите!» А поновее ничего нету?» «Да, настроение хуже не бывает». «Фух. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся». Все, музыкальная пауза. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. Смешно же.
Послушайте, мужики. Дерьмо-то, а? День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Такое знает кто? В общем, сталкер пришел к доктору и говорит: «Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки». Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а прия. Да уж. Да, настроение хуже не бывает. Вспомнил вот. Говорит новый русский знакомому сталкеру: «Это, слышь, золотую рыбку мне подгони, бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь». Ну, сталкер обалдел. «Так это ж ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный». Новый русский: «Не, ну харе гнать, артефакт шм артефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепуру желтявую, чтоб все как у людей». «А поновее ничего нету?» Чего я как-то слышал? Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: «Люди, кто-нибудь, помогите!» А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да, ну да. Значит, на блокпосту по три шкуры драть — так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: «Люди, помогите!» Да уж. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шел. Контролер предупреждает.
Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. Блин, так не смешно же. Чего заскучали, мужики? Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Внимание! Выдаю шутку юмора. Допрашивает как-то погонник матерого сталкирюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе 12-го блокпоста и имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы? Ну, того запарило третий час под конвоем сидеть. Он ему и говорит. Так ее признаю, командир! Все признаю! Вот тебе крест! Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не поперся. Да уж. Учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Все, музыкальная пауза. Американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме баба, пока кишки по веткам не разбросает. От судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. А чего я как-то слышал? Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит: «Насчет радиации я тебе чего скажу?
Гонят, как не знаю кто. Я тут уже лет 5 шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. А поновее ничего нету? Не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. И что же оно за выжигатель такой? А вот правда, такое вам как? Говорят... Все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Вот такое знает кто? Заблудился как-то долговец. Идет и кричит. Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит, чего орешь, а? У долговца уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает. Я того заплутал. Кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал и говорит ему. Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем? Да уж, позбивались тут в стаи. Ну, точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Вспомнил вот. В общем, сталкер пришел к доктору и говорит: «Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки». «Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится». «Ну, спасибо вам большое, доктор». «Да не за что, — говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно». Блин, так и не смешно же. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Внимание! Выдаю шутку юмора. Пересеклись двое. Ты Васю помнишь? Ну того, который каждому рассказывал, как он в летное 3 раза поступал. Помню. А чего? Так он того, на днях в трамплин вляпался. Угу. Вот так. Сбылась у человека мечта. Полетел. Да уж. Да. Вот ведь как грустно все выходит. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят.
кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Вспомнил вот. Стоит как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну, он подумал-подумал и вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить, что за фигня такая, кабаки и девки. А поновее опять ничего нет? Опять сапожищи хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нет у этих? За неделю подошве гоплык. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Да. Да, настроение хуже не бывает. Эх, вот всегда бы такая пруха слышал. Была. Это если прикинуть... Заблудился как-то долго, ведь идет и кричит. Точно. Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Вчера. Тут ему кто-то догоняет, еще и хлоп сзади по рюкзаку. Хуже. Ну, он оборачивается, а там стоит Колосов. Завязываю грустный с зоной такой. Нахрен. И хлюпает ему, значит, чего орешь, а? У Долговца уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает. Я того заплутал, кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал и говорит ему. Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем? Блин, так не смешно же. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Послушайте, мужики. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот.
Неужто завязывать пора? Позбивались тут в стае. Ну точно вот звери такое, по цвету шкуры. Кто? Одни как разбойничали, так и разбойничают. В общем, сталкер пришел другие к доктору. То ли нас говорит, от зоны, то ли зону от нас охраняют. Я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт тоже в саркофаге с человека кучей монстров. Им шлепнуть, что высмакаться. И они медленно разрывают меня на кусочки. Это вас уважаемый контролер предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. А поновее ничего нету? Выжигатель такой. Правду о нем говорят? Или брешут? Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. А чего я как-то слышал? Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: «Люди, кто-нибудь, помогите!» А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да, ну да, значит, на блокпосту по три шкуры драть, так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: «Люди, помогите!» Да уж. Разбивались тут в стае. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Новичков нынче, что собак не режут. Все, музыкальная пауза. И все они лучше стариков знают. Послушайте, мужики. Ведь как грустно все выходит.
Все, музыкальная пауза. Душевно. Классно, правда. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Нет, без музыки тут грустно. Мастер! Класс! Слушай, ну классно у тебя выходит! Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Да, вот ведь как грустно. Вот такое знает кто? Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил, на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик, свободен. А поновее ничего нету? Вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть... Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Да. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Да. Вот ведь как грустно так, все выходит. Музыкальная пауза. Thank you.
Все, завязывай. Мастер! Класс! Все, завязывай. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Вспомнил вот. Пересеклись двое. Ты Васю помнишь? Ну того, который каждому рассказывал, как он в летное 3 раза поступал. Помню. А чего? Так он того, на днях в трамплин вляпался. Угу. Вот так. Сбылась у человека мечта. Полетел. Блин, так не смешно же. Неохота мне за Хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Сыграть, что ли? Мастер! Все, завязывай. Мастер! Музыкант из тебя еще тот. Вот это как медом помазал! Кончай уже, Рихтер. Класс! Мастер! Слушай, ну классно у тебя выходит! Класс! Кончай уже, Рихтер.